Привет, друзья, с вами снова я, Алексей Смертник. Устраивайтесь поудобнее, мы сейчас продолжим с вами нашу охоту на ведьм в патруле и надеемся, что яростный огонь Вагбана просто сожжет аккаунты всех неверных. Так, ну ладно, смотрим. Странно началось со второго раунда, сейчас посмотрим, может быть, это действительно будет сейчас мучить. Ну, надеюсь, что это были необоснованные обвинения, и человека есть за что банить. Сейчас давайте смотрим. Ну, тут совершенно ничего не было, как бы в этом никто не сомневается. Парень бежит, все чекает. Прокидывает плейхи. Забегает спиной, стреляет в спину. Да, ну, ничего читерного я здесь пока что не вижу, по крайней мере. Разве что, может, какой-то триггер имеет место быть, но вроде пока не было ничего замечено. В волхах тоже как-то явно, ну, вообще не видно, я бы сказал, судя по его действиям. Ну, может, пока делать все, чтобы не палиться, и в дальнейшем увидим все. Ну, давай, свой встанет, вот всегда есть такой человек, который постоянно встанет и свой застопит. Чекает план, то есть нормально за вепа. Кто хотел сказать, за что же ему вообще кидали все это дело? Ну тут, то есть, как видели, даже была небольшая задержка перед стрельбой, то есть будь у него, например, триггер, он бы начал стрелять тут же сразу же. Но этого не было здесь. Просто парень очень хорошо стреляет в ВП. Ну а как он хотел? Он на шифту выходит на него. То есть ПВО показывает сначала. Он выходит. Ну, почему бы нет? В принципе, я с ВП могу так же стрелять. Кажется, что просто этот парень хорошо играет, и все-таки огонь правосудия его не должен стоять. Сейчас чего-то сверхъестественного не произойдет, что вызовет какие-либо подозрения в данном деле. Отличные хаешки. По дефу я смотрю, ПМД всегда ходит на Б. Не, ну что он там дымил, не совсем понятно. Ну да, ребят, какой тут может быть триггер, я вас умоляю. Действительно, то есть выбежал, он видел парня, расстрелял куда-то в дым или туда, он повернулся еще раз и умер. Скорее всего, парень просто действительно хорошо играл. Играет, наверное, очень давно. День и ночь тренируется. Задротит, так сказать. А почему бы и нет? Пусть лучше сидит парень задротит, чем на улице выпьет его. Где можно найти свои плюсы? Просто стрельба по зумам, вот и все. Хорошая стрельба с АВП по зумам. То есть, как бы, видел очень много людей, которые умеют так же делать. Но иногда получается тоже. Так, сейчас будет очень долго шифтить. Надо было, наверное, ускорить этот момент. Сейчас по-любому последнему убьет, даже не он еще при этом. Ну да, да, как я и думал, надо было сразу перемотать. У нас 1-5. Fire!
А по поводу фазума, у меня даже можете посмотреть демку, там момент у меня такой же стрельбой. На канале, где нарезка моментов, там, в принципе, примерно то же самое идет. Так бы, я думал, будет триггер, он бы там вообще практически не промахивался бы. А тут парень тоже человек, тоже умеет мазать. Что ж, я так сразу вчера-то записывать. Так, я пойду, то видите, просто. Тут, ребят, мне, в принципе, не говорит. То есть, сами все видите, что парень готов, относится к нормальным ребятам, которые бегают и убивают. Кто-то просто обвиняет его учитель. Ну, как правило, у меня фиксы, те пары, которые сами не совсем хорошо играют. Надо бывает, да, играешь с ребятами, тебе делают какие-то такие движения, после которых ты начинаешь сомневаться в их нечестности игры. Бегает, чекает, кого-то убить пытается. Я, в принципе, даже не вижу смысла больше рассматривать данное дело. Так, давайте тогда, наверное, ребят, перейдем к другому делу, потому что у нас все ясно, все понятно. Так, ну что ж, друзья, перейдем к следующему подозреваемому. Так, почему? Вот, все, включилось нормально. О, ну да. О, ну, ребят, вы это видите, да. Ну, блин, тут уже с первых секунд меня что-то начинает настораживать. То есть очень-очень-очень отлично прострелки из двери, причем с прострелом. Это да, это подозрительно, действительно. Ладно. Ну, мне как правило получается, первое одно дело не читер, второе дело читер. Сейчас мы посмотрим. Все забрал, спокойно побежал. Назад даже не читает, не смотрит. Либо действительно, может быть, у него там, не знаю, месяцы тренировок, сидит с утра до вечера, учится как простреливать сквозь эту дверь, чтобы идеальная реакция, просто идеальная у парня. Ну нет, все-таки не попал. То есть, вполне вероятно, что может быть не читер, может его просто вот так сразу вот взял, сказал, что это на самом деле нормально. Вот теперь бегать чекать начал. Кстати, он сильно не просматривает, то есть туда-сюда по сторонам, как противник, так сказать. Это у него вообще жестко положение смотрит. Ну парень с АВП стреляет действительно, дай боже. То есть сейчас посмотрим опять. То есть я не знаю, куда стрелять постоянно, дальше куда-то там отводит. Ну может быть, да, действительно повезло ему. То есть явных таких я пока не вижу. То есть оно бегать все чекает. К сожалению, свой другой, то есть мы не можем это точно глянуть. То есть, в принципе, почему бы хорошо не стрелять? Вот, то есть, промахивается и умирает. То есть, сами понимаете, если бы парень читерил. Очень странно, что он сейчас просто так не стрелял. Как в самом начале видео, так это было видно. Опять один идет. Так вот, блин, да, в принципе. Убивает в голову. Ну да, он это очень хорошо делает. Очень резко переводит прицел. Но как вы видите, есть куча моментов, где он не попадает. То есть, в
будь у него там, не знаю, АИМ там, либо триггер, он бы, как правило, бы попадал. Тут все равно у него пули летят мимо. Потому я думаю, что парни все-таки незаслуженно послали жалобу. Базун, да, это такое дело. То есть тут еще отвернулся. Ходит всегда по одному маршруту. У него, видимо, сразу же протоптано. Тут тропинка. Сразу же знает, куда что чекать. Ну а что хотел контур, сидя там? То есть можно, можно иногда и так убивать. Мне кажется, даже, блин, все-таки это больше красава, постоянно бегать за вэпом, тренит, по-моему, только ее. Я, конечно, может быть, могу ошибаться, там, не знаю, где они все равно мажет, мажет парень, то есть 100% попадания, грубо говоря, они идут. То есть, ты нижнюю темку не зачерпал. Я вас умоляю, то есть он стреляет пацана, его при этом бывает даже другой. Без, по-моему, речи быть не может. Так, ну что, неужели мы сегодня не найдем читера? То есть, ну, тогда я не знаю, наверное, закончим на трех демках. Ну, то есть вы видели, да, он поздно его увидел, то есть вот он стреляет промахивается 3 раза подряд. Можно ли считать промахнуться 3 раза подряд? Я сомневаюсь, что да. Парень, да, ты действительно, ты классно играешь, ты молодец. Продолжай, как говорится, в том же духе. Нет, тебе точно уже нет никаких претензий. Да, было сомнительно, но просто молодец, просто взял, убил. Такого больше не повторялся. Лохак, как вы видите, здесь не пахнет тоже. Потому что у них нет этой вертения головой резкой. То есть ждет постоянно ребят непонятно откуда. То есть холодильник смотрит, хотя тут вообще справа был. Вот вверх, вот тоже пробовал. Нет, просто пацан, наверное, сидит 8 час подряд играет. И вот и все, вот и убивает. А тут он тренировался. Что здесь даже говорить больше не может. Я посмотрел здесь все, что я хотел. Думаю, это уже сейчас будет последний раунд. Сейчас сколько у него было подходов. У объекта у нашего 17-4. Ну, довольно-таки неплохо идет все-таки парень. Точно, наверное, нам не покажет. Все нормально, правильно. Развел пацана и стоит ждет. Ну, попал. Конечно, сквозь стену, но попал. Так, ну все. Нет, недостаточно доказательств, ребята. Я не согласен с тем, что он читер. Ладно, сейчас перейдем к следующему. Третьему подозреваемому. Итак, переходим к нашему третьему подозреваемому сегодня. Посмотрим, что же от него нас ждет. Потому что первые двое оказались не читерами даже. То есть яростный огонь в Акбана даже сожжет не один аккаунт. Со временем дружок. Хотя может кто-то и отрепортил. Он все-таки, что ребята играют читерами. Посмотрим вот за этим парнем. Вы видите, да? То есть вы сейчас видели, что он делал. То есть он прям в аккурат стрелял именно по скину человека. Это немножко подозрительно. Вы не находите, то есть выходит. Сейчас во второго будет ждать. Нет, а по этому, говорит, выйдет быстрее. То есть все замедленно. Соответственно, видит. И вот он поворачивается тут же на второго. Парня, который шел на шифте. Опять у нас парень попался мега читьем. Вот прям вот. Ну, бог он. Король. Действительно, вы видите? Видите, как он это делает? Даже ни разу не стесняет. Ну, давай. Все же первый же момент, то есть, ребят, здесь в принципе вообще все видно. У нас опять играет с нами там, я не знаю, потомственный там какой-то знахарь, либо еще кто-то. То есть очень дикий парень, который просто вот чует всех.
Но это не то, что чуйка. Это, мне кажется, талант. То есть он сразу как родился, ему дали клаву с мышкой, и он начал просто уничтожать всех. О, мне кажется, это главный кандидат на битву экстрасенсов. Мне кажется, следующая битва точно победит. То есть, ну, вот так-то вообще, ну... Просто парень берет, убивает. Он ничего не стесняется, он показывает всем свой скилл, чтобы все его боялись. Я думаю, ему вот завтра исполнится, наверное, 5 лет. Скоро он пойдет в школу, там... Да, бегает с Аскартом. Просто всех расстреливает сквозь стены. И при этом да, даже не стесняется этого абсолютно. Это у нас куча аккаунтов CSGO. Тут даже речи, да, действительно нету. Хотя, может быть, немножечко будем сомневаться, может, это действительно, может, у него очень хороший уши, он очень хорошо все слышит, то есть, я не знаю, забыл, как звали вот этого слоненка, знаете, который в мультике был с большими ушами, вот он его слышит просто так, что все, он по звуку стреляет сразу, но как только видит жертву, слышит, он сразу ее уничтожает. Причем здесь, как видите, не только волха, здесь еще помощь прицеливания стоит. Здесь, то есть, стоит АИМ, скорее всего, это, то есть, очень хорошо видно, как у нее быстро передергивается прицел, всегда на голову. То есть, помощь прицеливания здесь тоже однозначно присутствует, здесь сказать нечего, то есть, ну, бегать со скатом, как настоящий мужик. Ну, пятилетний, но мужик. Ну, вот, вы видите, то есть, помощь прицеливания. То есть, ну все, что действительно, то есть, я не знаю, как они еще проиграли первый раунд, ну там был пистолет, пистолетом, к сожалению, сильно не попростреливали, его там, наверное, как-то убили в спину, там, случайно, под пятью дымами, только разве что, если вот так. То есть, а так я вижу восходящую звезду КС, которую просто может убить кого угодно, его надо брать на ВЦГ, если ВЦ, то есть, я думаю, все крупные чампы будут за ним. Также его взять на команду Нави. Ты видел? Человек тут не успевает видеть, он уже его уничтожает. Ну, вот это я понимаю, да, действительно. Я надеюсь, когда-то я достигну такого же мастерства, которого достиг этот парень. Свои 5 лет он достиг уже намного больше, чем я достиг свои там, 28. Я даже рядом с ним просто не стою. Действительно. То есть сейчас у него опять врубается чутье. Знаете, прям вот сейчас собака прям. Он прям внюхивается, он прям вот чует. Чует, откуда кто и выйдет. Я вам больше того скажу. Он на расстоянии сразу все понимает. Это действительно. Это есть такие люди. Мало там дети Индиго, грубо говоря, вот. Которые умеют так делать. Вот я бы хотел бы такого парня к себе в команду, вот, который просто может просто голову зажимать. Вы видите, он... Да он же Нео, он может управлять пулями. Они же начинают лететь, в смысле, кучность у них даже меняется. Они не в разброс, они просто сразу летят в голову. Вот оно в чем дело-то. Мистер Андерсон, ты ли это? Ты ли спустился все-таки к нам и борешься с системой? Доказывай нам обратно. Ну то есть со скатом встречает просто без проблем. О боже, это зверь, это действительно зверь. Мы как-то, кстати, играли против похожего парня, случайно это не он был, потому что он нас примерно так же убивал. Может быть сейчас появился, грубо говоря, восторжествовал. Потому что да, была действительно такая какая-то похожая игра. Где примерно проходило вот то же самое, то есть ему было нереально что-либо сделать. Теперь уже на базе гасится, они не понимают, что это всё. То есть король сейчас среди нас. Просто сквозь дым может разбивать голову вообще куча людей. Я надеюсь, что твой аккаунт все-таки сгорит. Будет гореть долго, мучительно, что не родители не дадут тебе денег на покупку нового аккаунта, на покупку КС. Небось на читы зарабатывал 3 месяца, копил в школе, откладывал, а тут сейчас бам, и все сразу же забанят, то есть, все, хрест. Вот это вот да, ну, это действительно, это верх профессионализма, это просто, то есть,
То есть, мне кажется, что это помощь в прицеливании стоит. Это однозначно у него. То есть, тут, ну, тут гадалки не надо ходить. То есть, помощь в обнаружении. Не-не-не. Неподавающее поведение тоже. Ну, то есть, вот. То есть, у парня, да, у него действительно помощь в прицеле, помощь в обнаружении. Спасибо, что посмотрели, ребят. Меня, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста, показывайте другим это видео. Я рад, что вы меня смотрите. Я обязательно буду выкладывать как можно чаще новые патрули, новые сжигания ведьм. Вот это весь костер инквизиции, я надеюсь, он настигнет всех читеров КС. Все-таки не я один смотрю, другие также смотрят. Все, спасибо за просмотр, ребят, всем пока, удачи.